Одним из ключевых упражнений при отработке старта с разножки является старт с одной ноги. Мы не только учимся координации, тренируем опорную ногу, но и избавляемся от основной ошибки, которая есть у детей в возрасте до профессионального плавания. Перенос центра тяжести назад. Обратите внимание, что когда спортсмен переносит центр тяжести назад, то после команды стартера ему нужно будет вернуть положение на опорную ногу и только после этого сделать старт. Это, конечно же, отнимает очень много времени. При старте с одной ноги спортсмену деться некуда и приходится сидеть на опорной. Оп. Таким образом, мы сразу добиваемся нескольких целей. Во-первых, мы сидим на опорной ноге, не отклоняемся назад. Во-вторых, мы тренируем, собственно, эту опорную ногу, которая является толчковой и основной. Ну и, собственно, координация всех действий, в том числе сложный вход в воду, который, в отличие от двух ног, наиболее проблематичен.